Всем привет! В этом видео я покажу мое стандартное утро выходного дня. Поспать мне долго не удается, так как у меня есть персональный будильник. Обычно мы просыпаемся в 9 или в 9:30, надеваю свои тепленькие носочки, халатик и иду в ванную комнату. Первым делом я мою руки после сна. У меня японское жидкое мыло для тела. Я его очень люблю, с приятным запахом. Чтобы проснуться, я обязательно умываю лицо прохладной водой, затем зову Сару, и мы вместе начинаем чистить зубы и умываться. Затем я протираю лицо тоником, который, как назло, закончился во время съемок, я не могу вам его показать, и увлажняю лицо сывороткой с коллагеном. Вся косметика у меня от фирмы Цептор, я наконец до нее добралась и пользуюсь уже месяца два ей, она у меня уже заканчивается. Наношу крем для кожи вокруг глаз, тоже с коллагеном. И мультирегенерирующий крем с компонентом омега-3, 6 и 9. Я отращиваю брови и экспериментирую с индийским маслом для волос от фирмы Эмла. Его я наношу на брови щеточкой и втираю его в течение 5 минут каждый день, утром и вечером. После процедур увлажняю руки и локти лосьоном для рук с блестками. Лосьон для рук у меня тоже от фирмы Цептор. Затем я иду на кухню, выпиваю натощак воду с лимоном. Очень полезно, за полчаса до еды. И начинаю готовить завтрак. Завариваю любимый чай пуэр. Это китайский тонизирующий чай. Отличный аналог кофе. Прекрасно бодрит. Сегодня на завтрак у меня яичница глазунья с копченым лососем. Обожаю это блюдо. Я с ним познакомилась в Лондоне. Главное добавить копченый лосось в самом конце, чтобы он не пожарился. Потому что если он начинает жариться, он начинает белеть и становится некрасивым и невкусным. С авокадо очень сочетается. После еды я принимаю витамины. Помните, я заказывала витамины на сайте iHerb. Я не стала пить Optiwoman, потому что посчитала, что слишком много и так витамин. Я просто пью омега-3, фолиевую кислоту, витамин Е и йод. А Optiwoman решила отставить в сторонку и пока не пить. Теперь, когда все сыты, у меня есть свободные минутки, можно немного расслабиться и полазить в соцсетях. Читаю ваши комментарии, спасибо всем за поддержку, поздравления и теплые слова, очень приятно. Так как выходной день, Саре не нужно идти в детский садик, и мы играем целый день дома. Развлекаем друг друга как можем. Вот такое у меня утро выходного дня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.